осенью 2018 года было подписано соглашение между дирекцией фонда вторых европейских игр и Белорусским обществом Красного Креста о взаимодействии. То есть мы как общественная организация, у которой достаточно большой опыт обучения людей первой помощи, мы взяли на себя обязательства по подготовке волонтеров, которые будут задействованы во вторых европейских играх. К концу апреля 2019 года мы планируем обучить 300 волонтеров для вторых европейских игр. По нашей задумке, волонтеры будут играть роль посредников между пострадавшим и профессиональными медицинскими работниками. То есть, когда происходит некая чрезвычайная ситуация с наличием пострадавших, каждая минута играет важную роль. Поэтому волонтеры будут в местах массового скопления, то есть они смогут оказать первую помощь именно до появления профессиональных медицинских работников. После нашего тренинга волонтеры, слушатели, участники отмечают, что действительно информация подается таким образом, что вот симбиоз теории и практики позволяет усвоить то, что, например, когда-то пропустил в ВУЗе или в школе, или на курсах вождения. То есть действительно здесь такой хорошо подобранный курс.